Всем здорово! Всем здорово, всем привет! Смотрите, вот моя новая покупочка. Смотрите, вот он. Это GNS Geon 300. Это Geon GNS 300. Вот, теперь этот красавчик мой. Я вообще только второй день на нем выехал. Там проехал 42 км, у меня идет обкатка, то есть никаких пока что обзоров, ничего как бы по нем сказать не могу. Я сам смотрел его по обзорам в Ютубе, выбирал, и ну, всех наших украинских блогеров многих. Вот. И поэтому покатаюсь, потом что-то будет понятно. Но пока аппарат безумно нравится, после квадроцикла 200-кубового, эта дура 300-кубовая просто меня, я вчера не мог уснуть, вернее сегодня я не мог уснуть до 7 утра, я еле-еле уснул. Вот. Это просто бешеный аппарат. Давайте проедемся. Мой скилл 0. Я катаю второй день. Только логикой понимаю все, вот как бы технику и все, но никакого опыта, ноль. Но я понимаю, что здесь резина просто говнище. Говнище такое, которое вообще не стоит ездить на нем. Я не знаю, сколько смогу на нем проехать, мне хочется его заменить прямо сейчас. А вообще пушка! Подвесочка охрененная, просто хорошенькая. А вот по управляемости, поворотики, вот это все просто я как на санках, как на льду, короче, как корова. Вот эти все моменты, вот так повернуть там, резче чуть-чуть, вообще не имеет никакой возможности. Опасно пока для меня.
могуще. Но хочу и поеду. Так, смотрим, как он едет. Блин, по-любому знаю, что когда-нибудь упаду. Я боюсь этого, без защиты просто жесть. Ну, по-моему, а его носит прям, вот передок, заток такой холодец и присутствует. Но интересненько все равно. Ух ты, моя. Подвеска пушка здесь, вообще мягко так все, именно вообще. Но вот это вот все по резине, это резина вонючая, я чую жопой, что это резина. Поехали. Вот мои следы от квадра, нет, это не от квадра моего, это что-то пошире будет. Давай на скорости, да. О боже, это первый в жизни заезд такой сюда, страшно аж. Это вообще, о, скилла 0-0-0-0-1. Умею заводить и нажимать ручки. Блин, и то не очень это все делать умею. Но пытаюсь ехать. Ой, трава скользкая, будет наверх тяжело. Да, да. Посмотрим, будет ли со мной поддержка ли нужна. У-ху! Короче, это эмоциональная херота. Страшно. Просто, вообще наркота. Но полезная наркота. Вредная. Гляньте, как тут офигенно. Так. Да. Так, как бы теперь тут это, проканулся, развернуться. Ой, мама. Мама. И как он настроение весит, блин? Какая скользота? Ни хрена не понятно. Нету опыта. Блин, опыта нету. Прямо вот так еду, понимаю, что все окей будет. Но типа поворотик вот заложить там туда-сюда, скользота, непонятно. Обосрался. Круто. Ой-я. Трамплинчик возьму, нет, я не буду брать, потому что не имею. Так, надо туда. Опытные райдеры, если смотрите мою вот эту дергалку, ой, типа, вспомните себя, как вы тоже первый раз ездили. Поэтому не шумите сильно, пожалуйста, на меня. У-ху! Это пушка. Это пушка. У-ху! Ой, боже, да. Моральный. Фух. Не окреп я еще. Фух. Фух. Ага. Та-дам! Будет падение скоро, чую жопой. Потому что я понимаю, что типа хочу газовать там туда-сюда. Но не понимаю ни хрена моментов всех управления, поведения этого зверя по дороге. Тем более бездорожье. Ух, ну круто, блин. О, боже мой. Мама, все, упаду сейчас. Нет. Ю-ху! Ю-ху-ху! Херня, короче, она в натуре валит. Просто жутко. Вообще жутко. Если вы, короче, допустим, кто-то смотрит видео и не покупал, и решается покупать такое, отвечаю вам. Я адреналин-любщик, адреналин-питель. Понимаю все эти горячие вещи. Думаю, что мне ну, типа сразу трясовку, первый мост, все дела. Не берите, отвечаю, не берите. Я вообще, это слишком, это реально слишком. Я не знаю, 250 за лобой бы хватило, даже 200 бы хватило научиться, даже, блин, меньше бы хватило 100% на лайте. Но 300, типа, я не могу, я дергаюсь, типа, ручка вообще, вообще миллиметр ходьбы туда-сюда. И стреляет этот дурак, капец, этот Кефиров говорил, что он, говорит, это, пуляет слишком сильно. А вот оно так и есть, смотрите, он просто пуляет, скотина, не удержать его. Живет, а запчасти на него I don't know. Будем узнавать. Выбираю между этим Кови тоже с 300-кой. И короче выбрал этот. Эх.
ё-моёшечки. Кожаный мяч. Как я тут еду? Вообще нет скорости. На скорости проще, чем вот это, ползанье. Эндуристы, блин. У вас сложный мотоспорт, ребята, точно. Охренеть. Ну, я приближаться буду к вам, однозначно. Хочу в эту движуху, не могу. И буду стремиться. Потихоньку. Мелкими шажочками. Это место радиации. Ну, которое... Место без радиации. Место радиации без радиации. Так, о, нейтралочка, словил. Один из 10 раз, короче, нормально. Это, греется эта ж пушка, короче, в капец. Я понимаю, что нужно ставить на пулю. Будет, обязательно. Его нет в наличии. Но нужен, он здесь нужен. Я не понимаю, почему его не ставят производители сразу сюда, в базу. Он обязан здесь быть. Мод греется просто очень дико сильно. Вот, и все. Без кулера, да, этого вентилятора. Водянка. Это негодная тема, вы что? Так, что тут, куда? Ну, поехали обратно, наверное. А, мы еще снимаем, ну правильно, а что еще делать? Обтачивать скилл там, ё-моё. А давление по шинам, пожалуйста, подскажите. У меня сейчас накачано. Вчера ездил, накачал два передок, два и два задок. Ну, короче, получил я барабан. Ту-ду. Прыгал, понял, жопа, все, летала. Сейчас накачал один и один, оба. Но все равно что-то как-то это. Что, мягче качать, да, надо? Один и один у меня накачано, передок, задок. Что ж такое? Как-то странно. Это по-любому опасная дорога для падения. Ух, бах, трак. Жопа чую, что тут. Эти все моменты, сакраменты. Как-то понял вообще, я думал, что он будет более... Велосипед беру точно, на такой же скорости. Маневрировать на нем вот это все. Я его могу ложить сильнее намного там. Градусы делать. Тут это, блин, я вот этот градус, я чувствую, что начинает срываться колесо. Блин, это, ну, это точно, оно начинает срываться. Я, если чуть-чуть будет больше угол, больше газ, там, все тогда... То я упаду. Это кладбище. Вот. А звук у него просто, чувак! Без этой флейты. Я сразу ее завел, послушал и убрал. И езжу без нее. Раз. Ребята, это, конечно же, в голове в первую очередь, но... Не, блин. Это напоминание какое-то, наверное, о том, что происходит у нас. У нас война в стране. По посадке я хоть правильно сижу, ты-то как? Вот обнял, типа, его этими своими бедрами. Прижал ногами. Я булками вообще рулю, а не ногами, наверное. А так вот туда-сюда. Булочками. Ой, блин, смотрите, все. Это все. Все. Где-то тут я должен приехать. Да, не. Ну. Блин, первое падение. Как я боюсь его. Надо покупать сразу эти. Я понимаю, что надо падать в эти.
экипе, блин. А у меня такой квадроэкип, который, ну, чисто, чтобы не болели суставики. Блин, это жесть, его аж калашматит, руль не держит. Это же резина получается, правильно? Правильно. Правильно, как холодец, его вот так вот вилипендрит, туда-сюда. Чуть-чуть больше и мы ложимся. Блин, как-то не круто. Не круто, вот не круто. Можно на нем давать и давать, но ну, нельзя давать, потому что нет вот этих всех. Ну, что, по прямой, типа, что ли. Это ж херня все. Так, что тут у нас? Сужу и перекурю. Я не курю, но постою. Фух, чума собачья. Смотрите. Сниму шлемчик. А, у меня уже тюнер, смотрите, вилка. Вот у меня новая вилка, специально выпущенная под заказ. В таком гараже. Должно быть. Я, короче, все абсолютно вчера 2-3 часа вот, все протянул. Все. Ну не протянул вот это надо протянуть, нету такой маленькой головки. Протянул все. Разобрал пластик, сидушечку и тут. Вот этот забор воздуха получается. Был от пластикового, от пластикового фильтр бокса, да, там где фильтр, отсоединен. То есть был сифон воздуха, короче, сифонило. Я разобрал, все поставил, все покрутил, все смазал, все контакты просмазал, все сделал, короче, все четко. Смазал, да? Так, перерывчик. Перерывчик. Хотя никакой перерывчик, сейчас рыбу ехать. Вот там и будет для него перерывчик. Поехали. Let's go. Продолжение следует. Кстати, давай попробуем завестись вот так. Ну, с дрыгалки. Ставим на ногу. Так, и попробуем. Ага. Что такое? Ага. Сжигание, братан. Нужно вон туда. Так. О, мама, пить меня. Это правильно, ребзя? Ребзя, напишите, плиз, это правильно? Вроде как, ну интуитивно правильно. Я чувствую так, что мне так норм. Так, надо не разложиться, падать не надо, падать рано, нету кипа, нельзя падать. Нету кипа, сухнет пипа. Я тут уже был. Ну давай еще разочек. Там было интересненько. Давай еще разочек. Мы же снимали, да? Ну давай еще. Повторение, мать, учение, тренировка. Ух! Ой, подожди, да? Сюда? Точно, братцы? Так, а куда еще можно? В ту сторону.
бывает эндуро, пацаны, уже или нет? Скажите, пожалуйста, или это лох эндуро? Как называется? Лох эндуро. Это газ, ему надо под ушатать, нельзя так газовать, братец, Крайон, ты же конченый. Иду в магазин, меняю на питбайк, езжу полгода, тренируюсь, а потом покупаю там уже себе, если целое осталось, уже все остальное. Волонтеры, смотри, не могу спокойно дать. Больной какой-то он, придурочный. А, твою мать! Да, я так еще не достал. Это грузчик гидроскутера. Грузчик гидроскутера! Если меня слышно, прием. Я ездил на гидроскутере, у меня опыт есть небольшой. Это турнее, это круче, это просто пушка, улет, пулемет. Но опасно, на воде не опасно. А тут опасно везде на пене, а тут просто максимум, наверное. Ох, ёп. Ну блин, он удобный. И говорят, что тут, ага, на стойке, да, руль. Ну да, типа, низковато. Да, реально, мой 170-185 рост. Есть такое. Но мы это на раздатке примудрим. Я думаю, тут что-то можно решать. Нет ничего нерешимого. И поднять его на минимум 5 сантиметров, а то и больше. Вот я заходил. Учится ездить. Кто на чем? О, подожди, нет, нам не сюда. Где это место? Сила. Как тут не так уж? Оп, о. Ребята, пожалуйста, прокомментируйте. Второй день езды на квадроцикле. Вообще, в жизни. Вообще. Вот, ну, вообще. Там все эти нюансы переключать, это все для меня вообще второй раз в жизни пробую. Я езжу 50 км всего на этой всей движухе. Что вы скажете? Я что как я делаю? Нормально это все или что-то неправильно? Что, чем думать и работать? Что нужно знать? Опытный, кто-то там, кто шарит, что сказать, напишите, плиз. Плиз. Буду рад, спасибо. Коллеги, дружочки. Братики. Тут на квадрате выгуливался. Ой, тут места клевые, блин, боже мой, красота такая, что просто пушка. Их, ну, блин, не знаю, вот это, наверное, вот я приехал туда, где я не понимаю, как еще ехать по такому. А ладно, чтобы ты видели, смотрела моя мама и бабушка, и жена желательно, и папа, ну папа так. Ну папа тоже не это. Ой, мама, не, о, где он. Так, ладно, если будет первое падение, что делать? Ноги вставляй. Бах, ловить. Ну ладно, не тронки, да, нет, да, нет. О, не тронки. Да. Смотри, я на одной конской силе еду. Класс. Я тоже делал есть. Вау, тихо, что такое? Дела стрёмные такие, оу-оу, не надо. Тихо-тихо, боже ты мой, да, шо ж ты приехал, юрец, огурец. Ой, мама, где-то ляжем, не хочу падать еще, не хочу я. Я как бы не знаю, что будет, как я попаду, что там это произойдет, удачно или удачно. На квадрике я падал, пипец, как сильно. Но бог миловал, все у меня получилось хорошо. Были правы, там такие, ну, типа, неприятности. Для меня было это шок, я чуть ли не, ну, для меня было, короче, сильно это потрясение. Но
все решилось, все решалось за один день, починочкой там, такое, все, короче, недорого, не это, просто было, было страшно, испуг такой был. Кто-то звонит по телефону, ну я пока не могу ответить, потому что на тут зеленый мест какой-то, сука, серьезный намечается. Сейчас будем посмотреть. Что-то стал так разговаривать, у меня адреналин херует, ты что, мама, не дорогая. Ой-ой, все, я вот это все, вот это здесь. Алло. Кукусики. Кукузита. Нет. На мотоке еду? Едешь? Ну ты уже хоть остановился. Остановил, ну конечно, ты что, я такой еще левел не умею, не имею. Там в принципе без наушников не получится ответить. Не, я в шлем, в шлеме на громкую связь, да, и нормально. Все, где ты катаешься? На озеро приехал, спускаюсь сейчас туда, еду на озеро вниз. Сейчас, ну, снимаю видео, ты увидишь и наш разговор, и как я еду халдой после. На балке? На балке. Я, все нормально? Да. Прет, адреналинит, еще никуда ничего не случилось, все хорошо. Учусь, учусь. Осторожно, мне отключай мозг. Ты пополнил, нет? Не, не пополнил. Давай я спущусь к озеру и перенаберу, там клевое место. Выключу камеру, потрендим. Ну, если ты сможешь дозвониться. Если что, набери через 5 минут меня. А потом через 7, если что. Давай, если не успею за 5. Давай. Давай. Чик-чик-чик. Так. Ну что? Пипец. Для меня это пипец. Это реально? Вот как это? Это? Ну, ты что упаду сейчас? Ну упаду я, тварь тут упадет. Блин, что делать? Как бы съехать туда? Просто как нуб вонючий. А там камни, надо не упасть, не разбить, ни хрена. Буду ехать как нуб, простите, пожалуйста. Я просто не хочу потерять никакого демеджа, короче, не хочу. Ни моту, ни себе пока что. Не готов я, ну, ни хрена, ну ты вы шо? Нахрен. Вообще как бы все уйти. Что, не заведем, мать твою? О, да! Так же лучше. Передний тормоз такой. Чук-чук. Хватает, нормально. Ух, мы стреляли. Боже, у кого его не было, тот тому это понравится очень. Фу, я вам отвечаю. А у кого он есть, кайфуйте. И давайте кататься вместе, пожалуйста. Давайте. А? У кого есть такие пушки, давайте пушать вместе. Так, что тут по скоростям? Первая неуменяемая. Или вторая долго раньше. Опа. Все. Борода. Ай, жди, я еще что, борода. Я еще буду подниматься сюда. На квадрике это изи-изи. Камон, камон. Слушайте, ну скоростя, эти все дела. Я думал Сюрон купить еще. Во. Тоже типа фишечка такая. Неплохая. О, чика. Чика, чика. Тихо, тихо. Так, только не камни, падает это пипец, них, не дай бог. Можно побиться, разбиться, повредиться. Это самое, туда-сюда. Ух, ёл, какая внизу. Моменто. Смонторенто. Хард эндура. Да. Спасибо, Господи, я здесь. Целый, невредимый. Так, перезвоню жене. Не прощаемся. Всем привет, ребята. И ставьте лайки, подписывайтесь на канал Юрец Кутверец. Я, в принципе, все сказала. Не подписался, лохом остался. Подписка равно большая писка.